В Бурлинский район с рабочим визитом прибыла республиканская информационно-разъяснительная группа по вопросам религии среди женщин Западно-Казахстанской области. В составе информационно-разъяснительной группы прибыли руководители отдела информационно-разъяснительной, аналитической, контрпропагандистской работы Центра при управлении по делам религии Карагандинской области и специалист-теолог Центра общественного объединения «Ихсан» Актюбинской области. Именно в Западно-Казахстанскую область для проведения встреч по профилактике религиозного экстремизма и терроризма. Встреча у нас будет с разными целевыми категориями. Это и учащиеся школ, и преподаватели, и учащиеся колледжей. Тематика все та же, потому что сейчас, после январских событий, все прекрасно знаете, эта проблема очень насущная, поэтому молодежь должна знать, как не попасть в руки вербовщика деструктивных религиозных течений. В Аксайском техническом колледже прибывшие гости встретились со студентами-девушками на тему «Хазтарбиесе, Олттарбиесе» – «Воспитание девочки, воспитание нации». Лекторы с девушками обсудили вопросы, касающиеся экстремистских побуждений в интернете. Лекторы говорили о том, что при желании узнать о традиционной религии необходимо обращаться не к информациям в интернет-источниках, а к официальным представителям, то есть в мечети, церкви и так далее. «Доча, давай поговорим о Боге, там, о душе». И девочка не может же из-за своего воспитания толкнуть бабушку, да, и она начинает ее слушать. А потом эта девочка оказывается либо в какой-то религиозной организации, та, которую не хотят, чтобы она ходила, ее родители. Да? Почему? Потому что родители считают, что она должна ходить в ту религию, если родители верующие, да, туда, куда и они. Например, у нас был такой случай недавно, 15-летняя, вот вам есть 15 лет? Да, вот 15-16, ну, ваша ровесница, девочка, она крещенная, она родилась в Караганде, то есть русская по национальности, воспитывается одной мамой, папы у нее нету, и здесь девочка решила принять ислам. Мама говорит: я против, потому что ты крещенная, ты русская, ты христианка. А она говорит: нет, я хочу принять ислам, ислам мне больше нравится. И когда ее привели к нам, мы у нее начали спрашивать. Она уже одела мусульманскую одежду. Где ты приняла ислам? Как ты приняла? Я через интернет. Как вы думаете, через интернет можно принять религию? Информационно-разъяснительная работа ведется в основном с молодежью и прихожанами мечети, потому как, по их словам, именно молодые люди чаще всего подвержены влиянию вербовщиков. Полутора часами ранее члены группы встречались с верующими, с женской половиной прихожан районной мечети. О религии должен знать каждый человек. Безусловно, девочки не должны одеваться нескромно, носить чересчур открытую одежду. На встрече нам рассказали о том, что нельзя верить недостоверным источникам и неправдивой информации. В общеобразовательной школе номер 3 группа информаторов-лекторов встретилась с учителями. Отбасымен мектептің бала тәрбиесіндегі орны, роль семьи и школы в воспитании ребенка, правовые знания в религиозной сфере. Вокруг этих тем и шла беседа лекторов и педагогов. На вышеназванные темы в ходе мероприятия был продемонстрирован видеоролик о том, что в основном все зависит от родителей. Они должны уделять больше времени и внимания своим детям, разговаривать с ними на разные темы, быть в курсе того, в каких социальных сетях сидит их ребенок, общаться с детьми каждый день, интересуясь не только их делами, уроками, но и с кем они дружат, о чем говорят. Тема встречи очень интересная, так как мы работаем с детьми. Это очень важная тема, потому как есть семьи, входящие в религиозные течения. Их дети учатся в наших школах. Беседа ведется на тему, как вести работу с такими семьями, детьми, чтобы они не подпадали под влияние деструктивных течений. Многие из них неграмотны в данном вопросе и не владеют достоверной информацией. По словам гостей, информационно-разъяснительная работа проводится ежедневно. И ежегодно такие рабочие группы выезжают по регионам, чтобы проинформировать целевую аудиторию. Помимо прочего, такую же работу проводят группы на местах в каждом регионе, городе, районе. Майя Амирова, Анаргуль Кушербаева, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак».